Монета 15 копеек. 1908 года выпуска. Период правления императора Николая II. Санкт-Петербургский монетный двор. На реверсе под большой имперской короной прописан номинал монеты. Между двумя шестиконечными звездочками число 15. Под ним обозначено название денежной единицы. Одной горизонтальной строкой надпись «Копеек». Ниже под горизонтальным разделителем в виде двух стилизованных разнонаправленных линий с крестом из точек в центре указан год чеканки монеты. Дата 1908. Под ней мелкие буквы S.P.B. Дословно Санкт-Петербург. Знак Санкт-Петербургского монетного двора. Слева полукругом расположена лавровая ветвь. Справа полукругом расположена дубовая ветвь. Внизу ветви связаны бантом в единый венок. По окружности канта имеются рельефные элементы, выполненные в виде зубцов. На аверсе расположен малый государственный герб Российской империи образца 1856 года. Под большой имперской короной двуглавый орел, коронованный двумя императорскими коронами. Все три короны соединены орденской лентой ордена святого апостола Андрея Первозванного и символизируют три покоренных царства – Казанское, Астраханское и Сибирское, а также данное Богом единство царственного священства в лице народа, власти и религии. На груди орла – московский герб, щит с изображением святого Георгия Победоносца – верхом на коне, копьем поражающего змеевидного дракона с крыльями. Вокруг щита орденская цепь ордена святого апостола Андрея Первозванного. На поднятых и распущенных крыльях орла расположены гербы царств Казанского, Польского, Херсонесо-Таврического, объединенные в один герб гербы великих княжеств Киевского, Новгородского и Владимирского, царств Астраханского, Сибирского, Грузинского и Великого княжества Финляндского. В правой лапе орла скипетр, в левой держава, символы государственной власти императора. Под правой лапой орла отчеканена буква «Э». Под левой лапой орла отчеканена буква «Б». Инициалы минцмейстера монетного двора Эликума Бабаянца. По окружности канта имеются рельефные элементы, выполненные в виде зубцов. Гурт монеты рубчатый. Монета образца 1860 года отчеканена из серебра 500-й пробы, так называемая белонная монета. Вес монеты 2,7 грамма, диаметр 19,5 миллиметра, толщина 1,3 миллиметра. Чеканили монету на Санкт-Петербургском монетном дворе тиражом 29 миллионов штук. Средняя цена монеты составляет 600 рублей. Конкретно эта монета была куплена за 300 рублей.